постановлением администрации города Благовещенска от 17.08.2012 номер 3924 о планомерной замене киосков и павильонов на территории города Благовещенска предусмотрено прекратить установку киосков и павильонов на территории муниципального образования города Благовещенска, поскольку норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов превышен более чем 1,5 раза. То есть, по большому счету, этот киосок как бы и не нужен. Там будет 2 павильона по 25 квадратов. То есть вот эта площадка, то, что он сейчас сделал, да, это он там скошенное такое место, и он, чтобы выровнять, вот подушку вот эту сделал. Просто он ее сделал такой высокую, и люди, наверное, просто испугались, что это какой-то фундамент. Ну вот мы уже ему замечание сделали, что как бы вы перестарались немножечко. То есть надо было как-то это минимальными силами. Ну вот он там мотивировал тем, что с большой уклонной, чтобы ему восстановить эту конструкцию, нужно вот, чтобы была идеально ровная поверхность. То есть он потом все подсыпет, там землей засадит газон вокруг.